Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1438. События дня. Псалом 68.2. Эпиграф. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 20 ноября 2019 года. И вот этот Псалом 68 далее и весь. Вот курсором останавливайте, где и будет, чтобы можно было просчитать. Считайте, я буду передвигать. И у нас обращение. Старосты деревни, у него большая нужда получить где-то от кого-то известие богатого человека, купить комбайн. Вот посчитайте. Вот можете здесь ролики посмотреть. Спрашивает, коль славен наш Господь в Сионе. Это такое песнопение. Вот я его здесь выставляю. Вот вчера я тут заходил, ну, можно просто показать. Интересные такое вот какие-то сведения, новые я подбираю. Ну, это я не знаю, видно или не будет здесь. Ну, кто, что я смотрел именно. Это я неправильно сделал. Тут. И увеличу сейчас. Вот так. В Барнауле есть. Сейчас священник, надо познакомиться. И дальше. Сотворение мира, книги бытия. География, климат. И вот сколько, посмотрите. И все это можно посмотреть. Хорошие фильмы, прекрасные. Вот так. Ну, все на этом. Показать, какие наши ресурсы, если... Это не всегда даже найдешь, где тут что есть. Сейчас у нас ресурсы такие. Вот мой мир. Это почта. В моем мире моя первая страница. Можете зайти. Вот так. Вот я в шапке нахожусь. Есть с голубем. Я там не бываю. Там контрольная поставила администрация. Добрый вечер. Это кто-то зашел. Не знаю, кто зашел тут. Удалить запись. Это она мне не нужна. И вот теперь это. Вот кто-то зашел, Мариасов Александр. И мы можем сейчас просчитать. Вот так. Очень красиво пропел брат Виктор на тему песни «Надежда». Мне очень понравилось. И вот теперь дальше, что отвечает добрый плотник. Что он пишет? Благодарю, дорогой Игнатий Тихонович, моя любимая песня. Пусть Господь продлит жизнь вашу. Еще Ольга тут Варламова.
Ольга Варламова пишет. Простите ради Христа, Игнатий Тихонович, если я смутила вас или огорчила. Сейчас для меня полезнее заниматься собой, значит, не смотреть на других, поэтому уже не буду заходить на ваш сайт, так как многое меня начало смущать и в нынешних роликах. Но для себя я узнала у вас, что второе пришествие Христа очень убедительно и про мощи, что их нельзя трогать. И этим объясняется, почему Моисей не захотел, чтобы знали его место захоронения. Этот вопрос меня мучил лет 20. Слава Богу за все. Спаси, Господи. Надежда Васильевна, поклон. Замечательная спутница у вас. Храни вас, Господь. Простите еще раз, Игнатий Тихонович, и помолитесь за меня, я очень в этом нуждаюсь. Вот Mail.ru для меня очень близкая система, до того и люблю, но ее сильно испортили. И вот про это я все сказал. Вот это Ольга звать Варламова, Господи, помоги, устрой ее по воле Твоей, как угодно. Что-то Андрей Карташов пишет здесь. Что он тут пишет? Мир вам, подскажите, есть ли у вас телефон Фаст Геннадия? Поговорить с ним хотел о себе, так как грешен. Опасаюсь с вами. Нет у меня. Нету его телефона. Виктор Победитель. Другой вот не могу принять, потому что Григорий Распутин, Григорий Ефимович, поставил образ. Батюшка, вот сайт основных раскольников, основных раскольников православия. Ну, я посмотрю, еще это даст мне. И смотреть не буду. Юрий Соболев. Этот преподаватель Красноярской академии университета и ведет еще курсы митрополии. Что-то тут не подвиглось. Благодарю, Игнатий Тихонович. Вот так. Вот дальше «Мой мир». Ну и дальше у нас очень богатый форум. Православный форум Игнатия Лапкина, 1600 тем. Дальше. Во свете Библии православный библейский сайт. Огромный материал, просто огромный. И дальше православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». 43 200 подписчиков и 43 миллиона 445 631 просмотр. Ну вот так. Это что у нас есть. Приглашаем. Даром получили, даром и даем. И Богу нашему слава.